Не, ну как бы такого. Друзья, хорошего света на движение, да, хороший. Ну как я думаю, давай подписываться. Как? Ребят, еще раз, но в прибытке.
Можно сказать, не занимались приглашением. Участники, подходим, регистрируемся. Ребят, может вы трошенька? Ни у кого нет черных волос, вообще жарко. Ребята, вы можете сделать участников из поля? Ребят, возвращаемся просто. Ребят, когда вроде как выше. Давайте подключим. Сделай потише, регистратор пойдет, просто сейчас живу, пока работает. Теплее, встречаем. Это же наши гости, которые приехали сегодня порадовать вас впервые. Спонсора шиномонтажа сезона. Он готов показать то, что он хочет получить. Туда запор идет. Ребят, отправьте их назад и пусть... Ты меня смущаешь, когда ты так делаешь. Дмитрий, давай, давай, давай. Да ты-то тут при чем? Вот мы расскажем вам позже. Это уже все, что нужно для хорошего вечера в стиле Drag Race. Один, два, раз. Один, два, раз. Раз, два, три. Кто победит, пусть каждый отмажет. Пошли, что давай пошли. Сейчас так на хуй делай вещи, врачок. Удачи, мальчик. Поиграл. Братим. Город Орджоникидзе. Михаил, Миша. Виталий. Сделай чуть-чуть пока. Да, не надо. Чуть-чуть, тихо, чуть-чуть. Сейчас, минутку. Мурлуган, Титан Клуб. Которые славятся спортивными номером 17. Добро пожаловать. Итак, номер 10. Здесь закрыло. Мы даже фильтра снимали. Донецка! 35 номер, город Донец. Ну, я думаю, это маленький проник. Симферополь. Аплодисменты, ребят. Кривого Рога, это тот. Очень красивый автомобиль. Из города Кривого Рога. Я думаю, он заслуживает аплодисментов и попробка. Город Никополь, ребят. Под номером непонятно каким. А где номер?
Сзади, да. Ну это лучше всего сзади придумать было. С ментами. Во-во-во-во-во-во! Это Нива, наша Нива! Ну как, наша, гость наш. Город Харьков! Нива! И про Петровска. Аплодисменты. Он каждый год приезжает к нам сюда на Турбофлай. Город Днепропетровск. Место в прошлом году боролась очень сильно с Супрой, да? И... Богдан из города Орджоникидзе. Он всегда борется до... Не только РС-клуб. Да. Приятно. Итак, ребят, Таврия. Вот смотрите, обычная Таврия, 69 номер из города. Ребят, под номером 60. Ребят, напоминаю, сегодня разыгрывается. Подожди, еще не раз. Итак, номер 33. Под номером 33 машина из города Кривого Рога. Запоминайте, запоминайте, ребят, автомобили. Номер. Это город Кривой Рог. Ну, все понятно. Все нормально. Номер 14, город Кривой Рог. Есть время, пока идет техком. Очень яркий, очень красивый. И когда-то было два близнеца, желтый и черный. Номер 77 из города Кривой Рог. Супер Фактори! Меня хочет бороться, я вижу, сильно так и... Один из старых гонщиков. Я думаю, поболеем за него. Power Factory. Ребят, да, тут начинают спорить, какой. Нихуя себе. 1.2 атмосфера. Обычная Таврия, ничего не интересно. Итак, ребят, копеечка, очень красивая копеечка под номером. Под номером. Под каким номером был автомобиль? Это тоже, я знаю, 100% город. Этот уникальный человек с золотыми руками. Его открывать, капот или багажник, или красава! Один из чемпионов позапрошлого года. Город Николаев. Под номером 24, пожалуйста. Я точно знаю, что это город Херсон, да? Опель Кадетти. Я боюсь! Сегодня он приветствует нас, это наш близкий друг, один из город Харьков. Едет 10. Первый победитель Кубка Весменды. Первый победитель Турбофлай. Город Харьков. Ребят. Ну давайте. Раз, два, два.
все, хватит. Он хочет сертификат. Он самое страшное, извини, он палит два колеса, сертификат на одно. Андрей, я же не смел ты. Теперь надо убрать после себя, понимаешь? На скорость, тебе на скорость. Веничек, да, и придется убрать. Не, ну реально, надо замести немножко хотя бы. Ну, ожидайте, друзья, то же самое. Больше крепче, против скринты. 46 нет, 40, номер 40. 40 и 46. Всем внимание на старт. Под номером 13. За ними готовятся 6 и 14. Димон! Волошенко! Закрывай дверь! Номер 56 есть, 10 есть, за ними готовятся. Так, Итак, ребят, всем... Пришли сюда, там или Беркута, или кого-нибудь. Но тут эти байкеры уже скоро пацанов давить будут тебе на колеса. Да, да я уже там... Двадцать есть. А что это такое вообще за 20-й разобрав? 74-й, вы уже выиграли автоматически, проезжайте. Проедь просто и все. За ними готовятся номера. Так, номер 77 есть. Всем внимание на старт.
За ними готовятся 7.50. Всем внимание на старт. Кача, класс, одна и вторая. Уже закон на паре. Может так до конца? В любом случае, лучше завела. Молодцы, респект. Вот, играл, выбрал, алло. Честь, я не вижу вас. 70. Тоже. 16 есть. Итак, победила левая сторона. Итак, номера 11 и 10.27, за ними. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Итак, 19.46 есть. 46. И 27. 27 тоже есть. Двадцать и 36. Всем внимание на старт. Как-то так парк не понятен. Назначено перекрёстки. Я думаю, что ребята здесь будут не надо. Так. Итак, подожди, номер... Номер 9. Номер 7 есть. Номер 77 и номер 11. Номер 77 и номер...
11 есть. Кто проиграл, тот выбыл, вы поняли? Ну так вот, смотришь, шоу нормально. Я же говорю, что кто на финише. Кофеман. Автокомплекс, конечно же, салон подержанных автомобилей. А 7-0-2-1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 -
Есть. 76 есть. Все, внимание! Девяточка, девяточка, мы ждем вас здесь. Ребят, давайте поддержим. Сейчас будут бороться автомобили. 27, город Кривой Рог, 9. Стой, выходим. По одному заезду, только один. Ну куда ты, отойди, ну идем туда. Ну что ты делаешь? Ну, блядь, он молодец. Друзья, это Кривой Рог! Сейчас уже у кого-то не будет крышки для объектива. Но... Саш, давай сюда, вот, чтобы все видели. Давай, выходи. Ребят, давай, первое место, выходим сюда. Минуточку. Вручают родные Леши этот приз и денежный приз.
вручает нашему победителю. Вручаем, награждаем! Ну, аплодисменты! Друзья, давайте громче аплодировать, ну действительно, первое место! Поздравляем чемпиона! Аполлон, где у нас Аполлон? Есть? Давайте первое место. Давайте Курлинг, Чащик. Давайте, давайте. Это не все место. Друзья, мы не забываем аплодировать и, собственно говоря, поздравлять аплодисментами. Это первое место. Это от нас, от белорусской организации. Ну что, Абонирс, Марселин, как формула 1. Абонирс, посмотрим. Шампанским. Выезжай сюда. Выезжай сюда, прямо не открывай. Долгим, так что давай, наслаждайся, чемпион. Еще от Украины будет подарочек, так что подожди. Поддержим чемпиона! Аплодисменты! Это чемпион! Охлаждай! Это она победила, и ты! Обливай себя и ее, бог с ним! Поздравь ее! Обливай всех, да? Не надо всех, не надо! Я сладко не люблю! Не надо всех! Машину! Она заслужила! Стекло завали ее! Давай! Давай, лей! Под ваши аплодисменты, друзья! Давай! Так он теперь не знает, что делать. Человек, который построил эту машину, это Николай Сёма. Где? Позовите этого человека сюда. Мы посмотрим, кто его построил. Кстати, Саш, ты представляешь, 48 часов в сутки после Black Energy он работает. Чемпион, все, спасибо тебе большое. Медальку. Друзья, мы не забываем, просто не как просто зовут? Смотрим, аплодируем. Никита, второе место. Пиво Аполлон. Никите. Пиво Аполлон. Давайте поддерживать аплодисменты. Так, все, Краина. Краиночка. А Никита получил кусок бумажечки и медальку. Блэк, сейчас минутку. Все будут. Держи, зайчик. Так, и Black Energy. И может, конечно, что-то сказать хочет. Я даже микрофон. Ну, есть что сказать? Очень жарко. Очень жарко. Аплодисменты городу Днепропетровску. Город Днепропетровск. Так, Аполлон, торговая марка. Давайте. Аплодисменты. Ну хватит уже засыпать, даже солнце спрятать. Ну в Днепропетровска гости приехали. Ну чтобы аплодировали. И Energy. И большой подарок от Energy. Страховая компания тоже просит. Они как, знаете, я. Спасибо. Я. Мне говорит, и мы нашли, можно ли. Да. И третье место. На год получите страховку. Спасибо. Все. Куда? Спасибо большое. Город Днепропетровск. Не так давно снявшийся в Кривом Роге фильм «Ночная мафия или крысы». Сейчас такого поводу не узнать. Ну, слышать, что ты зеленый.
Аплодисменты, ребята, через кого? На радиоуправлении. Привет, я вам тут построил. На пятку. Ну, смотри, дедушка с ребенком. Смотри, дедушка с внучком, смотри. И ребенок. Смотри. Малыш, совсем малыш. Да смотри, с ребенком. Да он же что у меня распиленок. Представляешь, как говорю. Смотри, ребенок с дедушкой на спецэкспе. Спасибо. Поднимите!
беговую дорожку. Ребят, большая просьба, милицию, отодвиньте людей чуть-чуть, пожалуйста. Я не вижу правый светофор. Правый светофор, дайте возможность, чтобы я видел правый светофор. Правый СРС клуба, благодарность ребятам из «Жизнь на дорогах». Алексей, спасибо твоей команде. На старт. Спасибо девочкам с Black Energy за их работу. Мы ждем вас. 23 номер. Итак, все готовы? Таврия, поэтому давайте поаплодим Таврийской массой. Чемпион опять борется в десяточку. Итак, 34, номер 15, проиграл. Итак, Богдан. Итак, внимание на старт. Мы ждем информацию, ребят. Есть? А вот номеру 4, ответственная поездочка. Вася. Вася, проиграл, выбыл. Отечественные и у японцев, и у немцев. Ни одному, ни второму автомобилю. Ребят, немножко назад. Немножечко назад. Вот так, отлично.
номер 10 есть. Номер 10 есть. Ребят, смотрите, не стыдно вам? Ходит организатор. Только что прочел, вы опять уселись. Ну, если у кого ноги болят, идите домой. Проиграл, выбыл. Кто проиграл, тот выбыл. Все, внимание на старт. Спортивная машина. Если он он сейчас выиграет, он попадает уже в финал. Только победа нужна, только победа. Здесь нет двух побед, трех побед. Итак, ребят. Победила правая сторона, ну поражение. Ребят, ну сейчас вы максимум в десятку попали. Давайте станем первыми. Итак, Труба Флай 2013 делаем! Неплохая тренировка. Итак, сейчас будут выезжать пилоты. Номер 71, пилоты с номера 71, подойдите сюда. Машины едут на полную. Уйдите, правая сторона. Это бронзовый автомобиль. Ребят, награждаем третье место. Ну и по традиции будем обливать автомобиль. Страховая компания, получаем. Получаем страховая компания. Тоже этому за третье место. Человеку, который приехал 71 номер, включите, пожалуйста, приз. Я сезон. Что это? Это видеорегистратор. Это видеорегистратор, друзья. Ваши аплодисменты! Так, номер 69, оболонь. Вот подарок сзади. Далее, фотограф. Не оформите себе страховочку. Это также вам. И это вам. Долфи. Вот так. Долфи самая крепкая резина для вашей безопасности. Чемпиону. Аплодисменты городу Харьков. Поздравляю, спасибо. Спасибо. Страховая компания «Краина». Она еще будет ехать. Понятно. Делфи. Чемпионский налет. Аполлонь. Подарка много. Делфи. Теперь сезон.
Дайте энергию. Вот так, вот так, как вы любите. Батя, Валерий, ты на чемпион, да? Вот так, вот так. Все, ребят, чемпион, город Харьков! Саша нашел, Ваня нашел. Отберет. Саша же... номера 99 и 70, 99 и 70. Так. Я понял, ее ждали многие. Левый светофор. Будете, поможете, мы быстрее закончим. Люди не дают нам просто проводить соревнования нормально. Даже страшно представить, что с тобой сделает BMW. Это заезд пока не решает. Внимание на старт. Ну, давайте поблагодарим номер 67. Кривой Рог против города Днепропетровск. Я думаю, каждый бы из нас хотел иметь такой автомобиль. Так что спасибо тебе большое, Белорусская организация Драгрейсинг. Всем внимание на старт. Номер 12. Очень шикарный сейчас будет заезд.
приехал к нам показать, что у нас в городе есть красивые машины. Милиция, ребят, подавиньте их, пожалуйста. Что такое? Что случилось? Субару, город Харьков. Вот засекаю, честно, ровно минуту. Выезжает номер 9, номер 25. Есть? Финальные заезды. Номер. Город Донецк. Ребят, приехал человек. Я думаю, он заслужил аплодисменты. Давайте. Блэк. Вот. Оболонь. Страховая компания «Краина». Вот как, боже мой, как мы все любим поцеловать. Спасибо. Ну, где наши там... Да-да-да, презервативы дайте людям, потому что ну, им долгая дорога. Дайте. Я назову свое и все это. Безпечного вам, безпечного. Спасибо! Города не... Руслан! Руслан! Да еду, еду, еду. Итак, второе место. Аплодисменты. Я вам хочу сказать, ребят, этот человек, мы неделю назад с ним встречались, он так нервничал, так переживал. Давайте его аплодисментами наградим. Все равно, он молодец, умничка. Так, Блэк, вручаю. Долг. Вручаю. Краина. Вручаю. Оболонь. Вручаю. Краина. Краина. Девочки. Руслан, Руслан, подожди. Еще вручаю. Девочку, ты не видишь, что? Вручаю. Эти годы. Ну ты молодец. Я думаю, ты другой кубок ждешь. Ну, надо поработать. Сейчас давай. Еще у тебя есть все шансы. Спасибо большое. Так, давайте, поздравляем. Теперь... Так, Долфи. Поехали дальше. Кривбас авто. Ребятки, знаете, у нас в прошлом году пошел такой маленький, ну неправильный, Кривбас авто, у нас уже второй год спонсор. И он в прошлый раз мы за него забыли. А вот это наш спонсор, Кривбас авто. Поверьте мне, если захотите купить хороший автомобиль, приезжайте на микрорайон Солнечный. А ну давай ты, ну ты же умеешь, а ну скажи. Ребят, Ниву, 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 можно Ниву? Спасибо. Я вам обещал, что... Нива, Нива, подойдите, пожалуйста. Это будет по-честному. Все, спасибо тебе, Руслан, ты красавчик. Ребят, вы знаете... Громче! Ребят, я честно говорю... Вот, подождите. Вот я думаю, вы будете со мной согласны. Я думаю, это человек, который бы в этом классе занял... Ну, пусть не первое, но может быть какое-то призовое место. Вы согласны со мной, честно? Согласен. Я ему даю кубок маленький, пока маленький, кубок победителя Турбофлая. Теперь мы даем ему от Оболони подарочек. У нас есть, мы можем себе это позволить. Спасибо. Мы можем подарить ему подарок от Долфи. А еще у нас есть специальный приз от Black Energy. Как? Приз лидерских симпатий. Есть такое? Есть? Есть. Есть. Это ему. Спасибо. Думаю, ты на нас не в обиде. Мы хотели, чтобы ты проехал. Ну, так получилось. Вот там кривая полоса. Вот там я подпрыгнул. Там прыгали многие. Вот там прыгали. Вот там прыгали.
Ребят, я, конечно, извиняюсь, что так закончилось у меня на сегодня. Ну, это спорт, это железо. Какое бы оно ни было крепкое, но оно все равно ломается. То есть вчера я проехался в Запорожье, сегодня я приехал к вам. Ну вот полоса правая кривая, и там получилось приключение второй передачи. Ну, извините, я хотел вас удивить. Получилось, не получилось, я не знаю. Ребята, он нас удивил, 100% удивил. Спасибо тебе большое, Лен. Спасибо, ждем тебя. Итак, номер 86, мы ждем. Все, внимание, на старт. Еще подъезжает еще не менее интересный автомобиль. Мерседес. Он нервничает. Я знаю, как он нервничает. Честно вам говорю. Поддержите его. Город Кривой Рог. Это город Харьков. Вот он уже летучий. Слушай, а ты не хочешь продать машину? Нет? Нет? Сколько? Он продает за 10 тысяч долларов, ребят. Привет. Давайте начнем, наверное, с меньшего. Третье место, друзья! Третье место. Город Харьков. Я вам хочу сказать честно. Это мой друг. Я не побоюсь этого слова, с большой буквы друг. И все наши Октавии, все наши, я не знаю, машины. И показал, что восьмерка самая лучшая машина. Я думаю, он достойно аплодисментов, ребят. Аплодисменты, третье место, столица! Давайте награждаем третье место. Аболонь. Аболонь вам подносит нам очередной замечательный подарок. Блэк Энерджи можно аплодировать, друзья, давайте, не засыпайте. Андрюш, танцевать. Андрюш, чтобы у тебя в твоей жизни была такая безопасность, как у нашего спонсора Дойс. Да, такой статуэточка. Ну, я думаю, у него первый кубок Турбофлая в самом почетном месте стоит, это вам точно хочу сказать. Все, ребят, спасибо большое. Спасибо, Андрюшенька, большое. Вот тебя еще от страховой компании. Полис может в любом городе у тебя сделать страховочку. Это наш лучший друг Егор из города Днепропетровска. Громче аплодируем! Итак, награждаем. Оболонь. Ух ты, напьешься, Егор, алкоголиком станешь. Блэк. Хорошо. Вот мы видим, Нива забрала. Какая компания Украина есть? Есть. Ребят, вы не поверите, в Херсоне не только арбузы есть. Ну и чуть спортивные быстрые автомобили. Вот такой вот кубочек небольшой для начала. Я вас люблю. Теперь оболонь. Ты помнишь, что ты мне обещал? Краин, а что ты обещал? Ты лучше что, Наташа? Арбузы? Так, теперь, Блэк, дайте еще футболочку одну. Там, пожалуйста, где наш Кривбас Авто? Кривбас Авто? Кривбас Авто где у нас? Где наш Кривбас Авто? Подожди, куда ты ушел? Это не все. Это еще не все. Куда ты поехал? Ее на регистратор тебе, пожалуйста. Так, вроде все, да? Честно говорю, я знаю, как ты волновался. Ты спасибо, знаешь, за что тебе? Вот честно тебе скажу. За 9 турбофлаев. После Корвета, который был в позапрошлом году, это самый лучший, это самый лучший автомобиль, который был представлен городом Кривом Рогом. Честно тебе говорю, искренне. И хочу тебе, подожди, минуточку. Смотри, чисто символически. Это тебе бесплатная мойка на парковке. А это, чтобы ты на своем автомобильчике, на нашем спонсоре сезон, бесплатно поменял резину. Все, спасибо тебе большое. Ваши аплодисменты! Спасибо. Подожди, Петрович! Ты едешь вторым! Мы с этими напомним, кто является спонсорами
Да, ребят, Каукупи отменная... Ребят, к вам приехали настоящие спортсмены. Аплодисменты им. Набежала! Пи***а! Вот так четко видно все было. Слушай, давайте мы нас сейчас закончим, но времени ноль. Подождите. Ой, номер 17 и номер 69. Номер 69. Правая сторона! Ребят, я вам заранее предупреждаю этому человеку, которого мы проводим этот фестиваль. Мы ждем номер 17. Номер 17. Давайте мы награждаем спонсоров. Долфи. Награждаем его потом, не уезжаем, пока еще тысячу не будет. Отец, Саварин. Теперь Крюба Санта. Крюба Санта и Абалон. Поздравляю, ребят, все, теперь мы будем проводить последнюю гонку, последнюю. Ребят, расходимся все по местам. Быстренько, давай, быстренько, давай. Быстренько, быстренько, быстренько. Нет, с ним, нет, вот здесь, вот. Не сбоку, а вот тут, на другой машине. Начал. Давай, вы. Итак, ребят, сейчас быстренько, последний. Ой, красненькая, беленькая победила. Все готовы? Да, все готовы. Thank you.
Итак, все внимание на старт. Внимание на старт! Выходит номер 17. Ребят, смотрите, здесь нет Кривой Рог, здесь есть спортсмены. Приехали, но это спортсмены прежде всего. И кто достоин этого, должны определить именно вы. Валера, Кадер. А где он? А я думал, мы были. Штат номер 86, город Днепропетровск, на пятерочке. Семерочка. Ребят, напоминаю, Титан Клуб. Руслан, на Харьковской 8-й. Номер 35, город Донецк. Харьков, что молчишь? А Херсон где? Валера уехал. Зря. Город Днепропетровск, семерка. Руслан, Титан Клуб, город Кировоград. Женя, вы где, Женя? Вот, Женя, давайте Женя подруги, Женя.
Женя, ты не уезжай, сейчас на сцену еще. Давай. Давайте. На всех захватите. Молодцы! 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 На этом все.